Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художника, скульптора Диего Ривьера. Портрет Адольфа Беста Моугарда. 1913 год, холст, масло 227/161. Попав во французскую столицу, Диего Ривьера познакомился с новаторскими открытиями мастеров интернациональной парижской школы, с молодыми писателями, в числе которых русские поэты Маяковский, Волошин. Наибольший интерес у него вызвал кубизм, чьи принципы получили развитие в работах Пикассо, Брака, Гриса и других художников. В произведениях мексиканского живописца все заметнее становилась геометризация форм. И в 1113 году он начал собственные кубические опыты. В них формальные поиски сочетаются с колористическими разнообразиями. Кубистическому периоду предшествует портрет соотечественника Ривьера, художника и писателя Адольфа Беста Моугарда, выполнявшего в это время зарисовки с археологических находок доколумбовых культур Мексики из музеев Европы. Изящный и удлиненный силуэт фигуры Беста Моугарда дан на фоне современного урбанистического пейзажа с дымящими трубами, железной дорогой и высоким колесом обозрения. В решении заднего плана заметна геометрическая стилизация изображенных объектов. Ну, такое описание к работе Диего Ривьера «Портрет Адольфа Беста Моугарда» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.